такое снимаю. Все показать, что такое номер турецкий за 1600 долларов, даже за 2000, да, что вы можете снять. Электронный замок. О, есть то. У нас тут сделали уборочку. Влажную. Так, у нас вот грипп такая штучка. Мы берем этот замок электронный, которым открываем. Раз, загорелся у нас свет. Ой, если мы... Так, давайте сначала начнем, да? Смотрите, значит, у нас при входе тут две кроватки. Вот таких вот тут. Свой кондиционер с управлением, да? Телевизор. Вот какие-то пуфики, шкафчики. Тут все можно разбываться. Огромный шкаф-купе. Просто огромный. Сейфом. Мне он не нужен. Голодьба приехала. Ну, вообще, как бы, тут вещи все. Шкаф-купе такой. Вот такой вот у нас туалетик, да? Туалет-ванная. Душевая кабинка. Вот это же я говорю, сейчас поменяли нам полотенца новые. Видите, ножки? Для ног. Для рук. Тут у нас туалет. Видите, даже туалетная бумага есть. И телефон. Обязательно телефон тут даже есть. Вот. Здесь как бы можно фен не вести с собой. Почему не работает фен? А, работает. Это скорости. Но мне фен не нужен, я немножко лысый. Так что. Мыло, все мыльницы, все на месте. Вода, кипяток, просто кипяток. Так, и у нас есть такая... Ой-ой-ой-ой-ой, как нам красиво убрали. Посмотрите, как нам убрали. Это мы только день тут побыли. Нам сделали вот такую вот кроватку красивую. Да, тут тоже есть свой кондиционер. Ой, торшерчики, резеточки. Да, и, кстати говоря, если вы не в номере, то вся электроэнергия в течение 2 минут выключается. А вот это вот вообще смешно, смотрите. Непонятно для чего. Он в люзе. Где он? Опа. Наша ванная и туалет. Хотите посмотреть, за кем-то последить, с кем живете? Так, тут у нас, короче говоря, такая комната. Комната, опять же, телевизор. Балкон. Это у нас балкончик. 2 стульчика там. Он полностью открывается. Вот так вот сейчас проветрим это все. Вот столик такой, пуфик. Кроватка. Бар. Бар с кока-колой. С кока-колой водичка тут какая-то. Ну как бы и все. Картиночки. То есть, в принципе, вы на это можете претендовать. Вот, 2000 долларов, 2200. И на недельку за эти деньги вы можете запросто тут посидеть. Видите, как тут? Там вдали вон другие отели. Ну, короче, говоря, весело. Вот горы я там снимал, далекие горы. Вот. Я не знаю, почему так подорожало сейчас все. Ну, ладно. Кому понравилось, ставим лайки. Отдыхаем с душой.